Яйнымыз девам эти урметли дослар, ве сонки он дахамыз девамында біз керчек бір гузелі кахында лаферстейчекміз. Ве бум язуна ачықлама качын, сізге әлбетте бізім мұсафырымызны тағдим етеміз. Бізім студиямызда услепчі модельер ве дизайнчы Лилия Мамутова. Селям алейкум, хош келдіңіз. Селям алейкум. Как настроение? Отлично. С чего началось утро? Сборов дочки в садик. Ага, в первую очередь, да. Хорошо. Леханом, хотелось бы сразу перейти к теме предстоящих мероприятий, но перед этим расскажите, насколько нам известно, вы, так сказать, специалист в сфере красоты и в сфере женских волос, женских причесок. И вот да. С какими проблемами чаще всего обращаются к вам женщины в последнее время? В последнее время очень много обращаются мам после родов с выпадением волос, с облысением. Потому что в период беременности у нас много витаминов, все уходит детям. Поэтому мы им очень активно помогаем, чтобы восстановить их густоту, восстановить волосы. Делаем загущение, окрашивание специальное, безаммиачное. Вот, и восстанавливаем волосы. И в связи с этим вам в голову пришла такая замечательная идея. Да, мне недавно... Проснулась идея, хочется поделиться своими секретами и опытом мамочкам, молодым, многодетным, как быстро привести себя в порядок, сделать красивую коктейльную прическу, как правильно ухаживать. В общем, быть и мамой, и красивой женой, и быстро смочь себе сделать красивый образ. Мы готовим курс, уже подготовили всю программу. Я и наша команда будет делиться секретами разными по прическам, по укладкам, даже как сможешь себе удлинить волосы в домашних условиях. Это все сделать в домашних условиях. И мы определяем сейчас дни, даты будут на днях известны, может, даже сегодня. И приглашаем всех мамочек дать нам заявки, мы всех выберем. Вот, и будем делиться, это будет семинар, где-то часа два, может, три, будем делать себя еще красивее и увереннее. А заявки куда подавать? Заявки, у нас есть страницы ВКонтакте, в Инстаграме, сайт, номера все есть, вот, поэтому связывайтесь с нами, мы будем всех приглашать на определенные даты. То есть это будет не один семинар, а это будет именно курс каких-то семинаров и уроков? Да, вот я хочу, мы определяем дни, когда мы можем выделить время для этих семинаров до Нового года, сейчас в ближайшие недели, то есть на этой неделе, на следующей неделе мы проведем эти курсы. Да, несколько будет мероприятий, чтобы большее количество девушек мы смогли обучить. Курсы будут бесплатные? Да, да, курсы будут бесплатные. Обязательно присылать фотографию с детьми, то, что вы мамы. Вот, то есть это основной критерий? Основной, да, критерий, чтобы мы видели, что мамы. Вот, немножко можно написать о себе, мы выберем всех, будем знать, о чем идет речь, сколько времени нужно уделять, да, от количества детей. Вот, и обязательно будут подарочки и приятные сюрпризы, конечно. Это очень интересно, на самом деле. Ну вот, меня немножко зацепила такая информация. Вот в самом начале диалога мы разговаривали на тему, что именно в последнее время с какими проблемами вам обращаются. А смена сезонов, смена погоды, она как-то отражается, влияет вообще на... Очень влияет. Осень, весна, да, мы все знаем, что нужно пропивать витамины. То, что никто... Ну, мало кто делает, особенно когда ты становишься мамой, и у тебя все внимание детям, мужу, хозяйству, да, о себе многие забывают. Поэтому мы хотим встретиться и рассказать вот секреты, все, что нужно по уходу, что нужно пропивать витамины, да, какие-то домашние маски, уходы делать. То есть мы этим будем делиться. Если сможем, ну, сейчас посмотрим, может, снимем небольшие ролики, которые тоже сможем на YouTube куда-то выложить, чтобы большее количество людей увидело. Да, и я думаю, можно задуматься о каких-то онлайн-курсах, потому что действительно, так как мамочки среди наших крымчанок очень много многодетных мамочек, у которых просто физически не хватает времени, чтобы пойти и посетить какие-то курсы. Да, мне очень хочется вот, поделиться всем, что мы можем дать.
чтобы это улучшило жизнь, дало больше уверенности в себе, да, чтобы стали больше людей еще красивее и за короткое время. Да. Угу. Лиля Ханум, спасибо огромное. Чохсалон, что сегодня нас посетили. В завершении нашей беседы ваши пожелания нашим телезрителям. Я думаю, еще раз стоит напомнить, как можно подать заявку и где найти подробную информацию. Можно набрать Лилия Мамутова в интернете, Симферополь. И у нас все контакты есть. Это я не стала говорить, это не реклама, поэтому находите нас, есть контактные номера. И, пожалуйста, мы ждем ваши заявки и всех запишем и пригласим на даты, которые вам удобно. Выберем несколько дат. И желаю всем быть счастливыми, любить себя. Мы со своей стороны поможем всем, чем сможем, поделимся, чтобы вы всегда были в хорошем настроении, очень красивы и уверены в себе. Чохсалмас. Чохсалмас, что пришли сегодня, что поделились. И действительно, ваша идея, она очень хорошая и очень важна для современного общества. Чохсалмас. Чохсалмас. Девамы темы сурметли дослар. Бугунь ноябрьнан 28-зы. Тарихи вақиялар. Кенеде оларны келіміз сиретейк.